Четыре пешехода были сбиты в понедельник на регулируемом переходе. На перекрестке улиц Лежневской и Диановых водитель Kia Ceed проехал на красный сигнал светофора. Авария произошла в 7:30 утра. Видеорегистратор автомобилей из соседнего ряда заснял случившееся. Одного из пострадавших иномарка буквально переехала. Двое пешеходов сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля Kia Ceed пытался проехать перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и совершил наезд на четверых пешеходов 91-го, 89-го, 58-го года рождения и женщину предположительно 55 лет. В результате данного дорожно-транспортного происшествия двое из пешеходов находятся в тяжелом состоянии, остальные госпитализированы.